Это моя семья. Мы пришли встречать папу. Он рыбак. Смотри, его корабль. Смотрите, это наш папа. Ура, папа! Здравствуйте, мои дорогие. Я так по вам соскучился. Все готово. Садитесь за стол. Вкусная рыбка. Пошики оплетешь. Папа, расскажи мне о твоей работе. Есть такой стих. Рыбак – профессия морская. Выносливым быть должен он. Он средства лова рыбы знает и с навигацией знаком. Рыбаки работают далеко от берега, в открытом море, в любую погоду, в любое время года. Подолгу не видят своих родных. Рыбаки должны быть сильными, смелыми, ловкими, выносливыми, трудолюбивыми, мужественными, дружными. Быть хорошими моряками, знать морскую науку. Каждый рыбак должен знать виды морских обитателей, их особенности, способы добычи, принципы управления кораблем, технику безопасности, требования по фасовке и упаковке улова. Чтобы найти в море большие стаи рыб, используют особые приборы – эхолоты, улавливающие движение косяков рыб. Рыбу ловят специальными сетями – тралами, которые опускают в море с корабля-траулера. Когда рыбаки тралами выловили минтай, его разделывают. Все это делают прямо на корабле. Так что это не простой корабль, а плавучий завод «Сейнер». А потом готовую продукцию перегружают на другой корабль и отправляют на продажу в магазины. Какая у тебя классная работа. Тебе море бывает страшно? Страшно? Да, бывает. Шторм. Когда волны сильные, высокие, бывают даже выше корабля. Но на море работают смелые, мужественные люди. Папа, ты как? Много знаешь и умнеешь. Расскажи интересное. Однажды мы встретили кита. Ребята, смотрите, кит. Он подплыл к нашему кораблю очень близко. А потом нырнул под корабль и исчез. А еще мы часто встречаем дельфинов. А какие красивые закаты в открытом море. Залюбуешься, засмотришься. Я тоже стану рыбаком.